and I go hard at each other like we're going. Зоченька, я тебе тут решила дать денежку. Сходи купи чего-нибудь. Хорошо. Хочу! Внуча, а ты чего это ешь? Арбуз, бабуль, будешь? Что? Внуча, ты что, не знаешь, что ли, что в июле арбузы нельзя покупать? Это почему? Потому, там же полно нитратов. А ну не ешь ту дрянь, потом родить не сможешь. Бабуль. На, лучше капусту поешь. Совсем как арбуз. А это я сама съем, то есть выкину. Сегодня в подъезде я нашла деньги и чипсы. Конечно же, я взяла чипсы. Я ж не дура. Да шучу. Деньги я тоже взяла. Наверное, кто-то обронил. Но что упало, то пропало. Прикуплю себе на лето чего-нибудь. Я шла по магазину и увидела его. Платье моей мечты. Продавец сказал, новая коллекция. Я сказала, что хочу. Продавец сказал, 1300. Дала я 1000. И мороженое. К счастью, продавец любит мороженое. Согласилась. Дома я сразу переоделась. Позвонила Лиске. Позвала ее гулять. Сказала, оценит мой прикидон. Вышла на улицу. Увидела Лиску. Вай, мама, кто это? Вай, мама, кто это? Это кто, кто это? Вай, мама. Типа людей на прививке. Согласен. А вы будете ставить прививку от коронавируса? Конечно, конечно, я поставила прививку. Я за прививку. Считаю, что всем нужно ее поставить. Я поставила еще в 2016. Ну, вакцину изобрели только в 2020. Неважно. А вы будете ставить прививку от коронавируса? Что? Несите чушь, я не тупое стадо. У моей подруги есть бабушка из Железногорска, а у той бабушки есть подруга из Москвы. У той подруги есть собака, а та собака гуляет с другой собакой. Так вот, у той собаки хозяин поставил прививку и умер. Без нее вы не сможете пожрать в кафе. Кто последний на прививку? Сегодня мама увидела по телеку, как какая-то девочка открыла свой бизнес в 11 лет. Я жрала. Дочь маминой подруги стала лучшим кондитером в городе. Угощала маму. И я жрала. Зашла мама и спросила, ну а что сделала я за июнь? Я сказала, какой июнь? Сейчас же май. Мама сказала, июнь. А оказывается, я уже просрала первый день лета. Мама дала мне денег. Отправила в магазин купить яйца. Я купила. Вот только дверь почему-то была закрыта. Я дергала, стучала. Услышала голос мамы. Да о чем тут подумали? Ты больше не наша дочь. Живи одна. Да и отцу ты никогда не нравилась. Вот дела. Кажется, я живу в подъезде. Ситуация так себе. You and I go hard.